Привет, ребят! Сегодня у нас будет саппорт-тренд на пятерочку на низком рейтинге. Покажу вам, как доминировать на этом герое настолько сильно, чтобы вы на нем имели винрейт процентов 70 и быстренько апнули себе, если у вас там 1, может быть, 0, 2 КММР, 3, до вполне легких 5, 6, 7. Персонаж очень метовый, до патча он таким и останется, а патч выйдет не раньше, чем через месяц, в этом я уверен на 100%. Ребят, если у вас не растет ММР, заходи на AnyLevel. AnyLevel — это сервис номер один в мире по бусту рейтинга и продаже готовых аккаунтов Dota 2. Только там ты можешь заказать буст по доступным ценам и следить за прогрессом прямо на их сайте. В команде работают только верифицированные специально обученные бустеры, которые легко забустят тебя до 8000 ММР. Но на сайте всегда большое количество аккаунтов, от 1 до 8000. У каждого аккаунта есть детальное описание и моментальное получение вам прямо на почту. А если у тебя самого завалялся ненужный аккаунт, просто оставь заявку и играй. Гарантированно получаю выплату на свою банковскую карту. Увидимся на AnyLevel. Тренд в этом патче сидит отлично. Во-первых, он блокирует раннюю агрессию стороны противника. Он отлично стоит линию, что крайне важно в этом патче. Он отлично отпушивает линии по игре. Он имеет возможность скаутить, он имеет возможность ревилить. Он имеет БКБ-контроль, он может хилить башню. У него очень сильные саппорт-скиллы, у него прекрасный аганим, у него сильный блинк, он отлично девардит, он отлично вардит. Герой сплошные плюсы. Про минусы мы поговорим в игре, но вам сейчас я хочу пожелать приятного просмотра, надеюсь, вам видос понравится. Сборочки еще, к сожалению, нету, так как я на интернете немного играл. Но посмотрев несколько гайдов, сыграв две на тренте, я открыл для себя, как играть на этом герое. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что играть через вином на тренте — это ошибка. Когда не ошибка, это когда против вас какой-нибудь дальний саппорт без стана или два милишника без мощных нюков. В основном вы любите на тренте играть через быстрый вайнлэнс, гранатку, опс-центре. И самое важное, где вайнлэнс, не вижу, я слепой. Вот он, танго и... В принципе, тут уже можете по ситуации выйти в стики, можете выйти второй сентряк, докупить две веточки и прочее. Персонаж в этом патче прекрасен. У него есть буквально все, что нужно, не считая стана на линии. Но, будем честны, стан на линии не всегда нужен, чтобы эту линию хорошо стоять. Пример тому Undying, пример тому Viz, пример тому Chen. Сейчас я вам покажу. Давайте так, бам-бам и бам. Вот. Такой у нас стартовый закуп. Он иногда меняется, но я рекомендую брать по ситуации. Смотрите. На что сразу же стоит обратить внимание? Рэнд может соло выиграть линию. То есть реально он в каждой линии стоит хорошо. Какие у него основные плюсы? Ну, во-первых, это его тычка. Тычка 91 позволяет донаить каждого крипа, за которого вы боретесь один на один с врагом. Какой еще у этого персонажа плюс? Ну, во-первых, на линии у него очень сильный хил. То есть вы можете брать кора с кнопкой дэмэджа большой, при этом маленьким хп-пулом. Самое очевидное, это Морфлинг, это любой там дровочка, да, вот эти персонажи дальнего боя. Тренд под них прекрасно смотрится. Он и с милишниками хорошо стоит. Но в целом так это и работает. На линии вы любите покупать без ресапу, грейдить стики и играть в основном в статичную линию, где вы с кайфом стоите, тычкуетесь, динаете крепочков. То есть у вас такой паттерн игры. На линии вы обращаете внимание на смолкэмп и блочите врагу биг. Не потому, что вы не контестите, а потому, что вы не хотите, чтобы враг, в принципе, с вами не дрался. Вам важно, чтобы враг с вами дрался. Если враг с вами дерется, вы в плюсе. У вас тычка 91, с помощью вайнденса вы почти всегда его догоните. В принципе, у вас неплохой первый левел. Важно понимать, что за счет деревьев вы можете запутать врага в вашей позиции. То есть бегать. Я рекомендую перемещаться через деревья. В деревьях МС 375, не в деревьях 335. Соответственно, вы любите прибежать через дерево. О, смотрите, сейчас он пройдет, вот мы такие, здорово. И под семечко сделаем еще ударчик ему. Он без вайнлэнса, поэтому я еще ударчик ему. Не буду дальше ударчик наворачивать. Вот. Вы за счет этой тычки постоянно размениваетесь. Важно понимать, что вы можете трейдиться, пока семечко действует. Тем самым вы еще и будете побеждать по тычкам, то есть вас будут хилить. В основном вы кидаете семечко для того, чтобы во время атаки вы побеждать по хп, по размену. Как выглядит размен по хп? Вы не любите драться один в двоих, вы любите драться один в один. Один двоих не очень выгодно. Вот тут можно. Бам, семечко нажали. Я пока не буду жать семечко по одной простой причине. Если я нажму семечко, у меня этот линия запушится. За счет деная пытаемся играть full deny. Вот, дабл тычку делаем это.
Вот, за счет нашей тычки хорошо получается играть Данай. Да, Нагирыч, конечно, крипа плохо кайсит. Вы не торопитесь бежать у врага, тычковаться. То есть вы это делаете только когда вам это удобно. Вот, например, сейчас. Я с кайфом это сделал, еще и пэд выйду. Бам, он взорвал. Как работает ваше дерево? Если вы отошли от дерева, у вас можно ударить, и вы не сможете пройти через дерево. Поэтому всегда старайтесь драться вокруг деревьев. Хороший противник всегда эти деревья будет заранее рубить. Придут с двумя топорами, вырубят вам весь лес. Тут не так страшно. Бам, сданайли. То есть, гайз, помните, что на Тринтине не обязательно нон-стоп идти трейдиться. Иногда достаточно просто поданаить крипочков, что выгодно. То есть этого, в принципе, зачастую хватает. Так, стоим с кайфом, подхиливаемся через второй скилл. И пытаемся форсить ракеточку нажать, чтобы чувак... Просто он не жмет ракетку, я не знаю, что он не делает. Нажмешь кнопочки, у тебя фулл мана, фулл хп. Вот, и под ракеточку подеремся с кайфом. С кайфом. Гранатку кинули, гранатку еще бам. Вы можете заметить, стычкой очень удобно такой драться. И сейчас вы ничего не торопитесь скачать, потому что, возможно, мне понадобится Ешка. Возможно, мне понадобится первый. Я прокачаю Ешку, потому что в данной ситуации мне важнее братишку подхилить, нежели киллы сделать. Вот, и по сути, ваша линия заключается в том, что вы пока у вас... То есть, если вы пушите линию, вы можете выпалить. И вас это, ну, как обычный саппорт, вам с этим супер окей играть. Если вы играете, где враг не хочет с вами контактировать, ну, типа, тренд, да, все такое, вы вполне отлично холдите линию и донаете крипов. Ну, сами понимаете, какая у вас тычка. Ну, легко на тренде вот такими вещами заниматься. На линию можно не стесняться, привести себе еще там ласку и танго, это норм. Также смотрим по карте, кому помочь еще. Например, в миде братику можно помочь. Подунаем крипочков немножко. Пытается меня пробить, но мне все равно. Они там весь лес вырубают. Для нас это супер окей. Мы 50 на 50 на торренте стоим. Даже если мы линию не побеждаем в салат, нас это, ну, для нас это окей, ребят. Запомните просто, что на торренте не обязательно прям доминировать линию. Вас устраивает просто вот постоять, где-то немножко подраться, подонать парочку крипов с тычкой и сотка. По кайфу все это делается. Кину на себя подхил, а то что-то больновато. И вот так вот с кайфом сейчас под семечкой подерусь. Я, кстати, не боюсь, потому что у меня еще лотос. Я дерусь под семечками, под армором, с огромной тычкой. Можешь заметить, враги меня жмут кнопки, а не в Гирыча. Что супер выгодно для нас. Именно этого я и добиваюсь на протяжении всего лайнинга. Ну и, соответственно, берет семечко в два для лайнинга того же самого. И с следующим семечком я могу снова идти подраться. Мне денег, пацаны. Если я не смогу подойти подраться по семечкам, я могу сделать вот так. Кину семечко в крипа и с кайфом постоять похилиться. От хилю мидера через альт, вы можете через верхние иконки нажимать хил. То есть бам, нажали, посмотрели и подхилили. Чекнем вар тут потенциальный, бам, сентри нашли. Сентри сломали, смолком разблочили, еще и вард нашли. Какой вы молодец, ребят. Вы сможете так же. Могу я помочь миде? Могу помочь миде. Ко мне беги, братишка, заданаю. Бля. Анлак произошел. Я как долго. Да что долго, он от меня убегает. Он от меня убегает. Я тебя могу? Слышь, ебал тебя, сынок. Хорош, хорош. Ты дерешься, санина. Вот, хорошая граната. Он бежал бы ко мне, задавил бы его с кайфом с тычки 90. Ну и так нормально, на самом деле. Че, дашь глоток? А то прилетел у тебя. Благодарю. Вот. Первый скилл вы сейчас начинаете максить, делать его для того, чтобы фармить линию. Так как в один момент вы просто будете бегать с командой, кайфовать. Это, в принципе, все, что вам нужно. Смотрим, кому помочь. Так, в боте я могу хил нажать, братишки. Могу себе хил нажать. Но лучше нажму братишки, пусть он кайфует. Можно не забывать еще, что вы можете хилить башню. Так, возьму капельку, так как у нас маленький монопул. Этот монопул прикольно регенится капелькой. Много маны дает. Вот, сейчас с кайфом выпулим. Стараюсь выпулить не фулл пачку, а вот так вот. Вот, поставили два крипа с кайфом. Мы будем играть в Deny в приоритете, нежели КС. Так как нам важнее линию типа оттянуть, и мы этим и занимаемся. Бам, с кайфом. Помочь братишке попробуем, может быть ему поможет этот арморчик бонусный. Именно он и помогает, к слову. Именно из-за арморчика наш братишка и выжил. Давай пробьем его, смотри. Понял, да нет. С кайфом под семечкой побьем его.
ХП надо кричить. О, ебать. Что-то меня решил сыграть. А что он тут надо делать 5-го левела? Ладно. Я не уверен, что это хорошее решение ТД. С двумя нуликами бегать. Но, видимо, ему виднее. У нас у кого? Да, братан, давай. Найс. Хорошо, лазу кинули. Пичку сделали, будем ли мы дайвить? Наверное, нет, нас это устраивает. Слушайте, все супер хорошо. Единственное, мне нужно подконтролить этот лот, не лотос, а виздум. В интернете можете так двигаться. Смотрите, за счет леса у вас МС-375. Можно вот так просто пробежаться с кайфом, и вы быстро добежите. Важный момент еще, гайс. На торренте очень важно использовать гейт. У вас тычка сотка, у вас сильный нюк. Вы можете перейти сюда и сделать килл. Я не летел по двум причинам. Первая, там джиггернаут, его тяжело убить. Вторая, мне тяжело на веника нападать. Он гель кидает, играть невозможно. Поэтому я рекомендую вам, если уж вы играете на торренте через гейты, будьте повнимательней. Очень часто это может не выйти. Так, могу ли я тут выйти? Ты можешь не получить. Да лучше тут пройти. Сапог сейчас прилетит, сапогом в кайфом выйду. Вы и Макси теперь первый, так вы с ним будете фармить. В один игровой момент у вас произойдет ситуация, где вы... Можно напасть, наверное. Бам. Важно, кидайте ваш первый скилл в момент, когда... короче, чтобы он через деревья шел. Потому что именно только тогда у вас... О, это нарушил меня, пал. Он будет больше замедлять, и насчет демеджа не уверен, но замедление точно больше будет. Как могу. Вот. Могу ли помочь? Не могу. Ангусик съем с кайфом. Сапог приехал, сейчас возьмем. Стакнуть или пульнуть? Вечный вопрос. Если линию ставить, пульнуть. Если можно зафармить, стакнуть. Да, поэтому я делаю стак. Да, минус Трента, он милишник. У него мало армора на линии. То есть на линию против Слардара и какой-нибудь белочки вы стоять точно не сможете. Вам жопу порвут. Сложно ставить. Ну вот и стакать тяжело на милишнике. Не боюсь. Можешь заметить. Ему больновато немножко от меня. Я такой герой еще. С кайфом. Дают линию. Может, стики еще зарядите мне? Мне надо еще заряд стиков. Беги, брат, беги. Побежали к лесным, я тебя похилю. Подойдем? Ну, скотина, конечно, ну, скотина. Так, Ларри, приедет. На базу летала. И еще синтряк докупим. Так, ну, смотрите, может, где-то с кайфом можно помочь. Пробую там, братишки, в топе хил нажать, может, получится. Смотрите, именно хила и хватает. Именно хил и помог. Ебать, именно хил и помог. Если бы не хил, я бы точно это не смог сделать. Вот, в один игровой момент ваш кор идет в лес. И вы можете делать вот такие приколы. С кустов нажимаете, бам, и типа с помощью лозы отпушиваете линию. Без тычек и т.д. Вы просто дефаете башню таким образом. Да, важный момент еще. Играя на тренте, во-первых, не тычкуйте крипов, когда так вот отпушиваете, потому что только так вас можно поймать. Во-вторых, думайте, где врага может быть вард, чтобы вы могли красиво двигаться по лесу. Ну, я точно знаю, что тут есть вард, потому что веник там играл, центре ставил. Поэтому играйте аккуратно от этого. Варда ломаете с кайфом, потому что герой быстро бегает по лесу. Можно такие вещи типа делать. Подбежали с кайфом, бля, варда не было. Да, значит, в другом месте есть. Но тут точно есть. Бам. С кайфом лазу нажали. Не, ручкой. Сори. Да, ты не мог, не хотя бы. Мог, но не оставил. Извиняюсь. У меня тычка такая, что типа... Падло оставлять. Вот, а так нормально. Все, сейчас смотрите на карту. Есть ли где-то линия, где можете занять? Типа очень... Как правило, вам будет такая линия. Поэтому я рекомендую все-таки, как только линия какая-то освобождается, вы туда летите, и все, вот этот вард. И начинаете с кайфом эту линию фармить. Просто первой кидаете и кайфуете. Играете через аркашки. После аркан там по ситуации. Но в основном, ну типа лично мне... Давайте так вот сделаю вам. Вы не пройдете, парни. В пул хп, давай дуэль не давай. Нет. Говорю, в пул хп не давай. Тут некого ебать. Я за тем. Дойду немножко от торрента. Бам, тычку сделали. Сейчас будут. Ну, под лозой в 3 так-то нормально драться. Там нормально хп улетает. Катапу есть. Бля, что за демо-то? Катапа есть. Можешь катапу. Я не против.
Да, слишком жестко ебем, мы слишком быстро это закончим. Я продолжу так играть. Ну ладно, это не важно. Дальше арканы. Не, арканы слишком хороши на эту игру. Бля, вот это минус, кстати. Мой герой так себе играется против пиявки. Могу ли... Я могу взять армор 2, пробовать с армором 2 поиграть. Может быть, мне хватит этого хп, чтобы пережить. Бля, достал меня. Достал. Вот, суть геймплея строится от того, что в один момент команда ваша начинает играть. И вы с помощью первого и третьего скилла помогаете команде. Первым вы пушите линию, форсите врагов стягиваться. Третьим вы хилите башню героев. И вы за счет того, что много качаетесь, в один момент покупаете себе полезные арты. Насчет метеора, гайз. Метеор хорош, когда вы можете очень долго играть и качаться. Лично мне он нравится, но он очень ситуативный. То есть, если у вас рейтинг низкий, метеор стоит 100 выбор. Давайте я сделаю, ну, моделирование, чтобы у нас низкий рейтинг, и сыграю чисто через метеор. Суть геймплея какая? Вот я сейчас пока могу слетать в команде, но в один момент я точно буду играть без команды. Сейчас у меня есть кнопки, я могу подраться с командой. Бам, так нажали с кайфом. Еще ману дадим братишке. Хорошо связал, братик. Вот, пока что я поиграю с командой. Но вы, кстати, да, ребят, вы мид не занимаете, вы любите сайды. То есть либо бот, либо топ. Вы не идете на мид. Просто неудобная линия мид и... Мид неудобная линия. Там, забрали с кайфом. С метеорчиком сейчас поиграем. Вот, как выглядит этот пуш? Вы нажимаете лазу, и вот ровной линией пытаетесь попасть по всей пачке. Вот, с кайфом всю пачку вы фармите. Да, важный момент, вы покупаете очень быстрый не метеор, а шар. Самое важное на этом герое. Именно покупаете. Вы, конечно, можете дождаться, пробовать, но это очень плохо работает. Заметьте, мы сильно линию отъебали. Кайфом подвыйдем чуть-чуть. Ой, это плохо. Ну, на самом деле, не так плохо. У меня есть хил. У меня есть W. У меня еще ульта скоро будет. Важно понимать, что вы линию можете в соло дефать чуть ли не вечность. Начал ФК. Вы в линию просто на тренте обожаете дефать. Это просто то, ради чего ваш герой, в принципе, сделан. Дефать какой-то из лайнов. То, что сюда Гирыч прилетел, это хуйня. Ну, раз он прилетел, то я могу улететь отсюда. Мне максимально впало тут оставаться. Типа, не надо бесконечно на тренте бегать с командой. Это, ну, типа, невыгодно ни вам, ни команде. Вы можете помогать, сдали там, типа, хил какой-то кинуть. Но лучше, что вы можете сделать для команды, это отпушивать другую линию. Да, в недавнем патче сделали, что лоза теперь является деревьями. Соответственно, вы в лозе бегаете быстрее. Вот. Вот видите, вот я нажал сюда ТП, запортил ТП-шку Кунки с кайфом. И вот вы этим будете заниматься на протяжении всей игры. Потом шардом у вас появится инвиз, и вы с помощью инвиза еще бегаете, можете тычку сделать. И благодаря тычке у вас еще будет стан. Ну, руты, если быть точным. Все это очень удобно и эффективно. Снова бам, W нажали с кайфом на пачку. Вот мы постоянно рофлим над врагами, так вот бегаем. В этом весь геймплей. Торрент кинулся вроде, да. В этом весь геймплей на торренте. Постоянно рофлим. Ну и подхиливаем братишек. Либо башню. Башня, в принципе, тоже братишка. Добивать под башней кайф на тренте. Первый скилл в 4 взяли. Продолжаем заниматься этой хуйней. Я просто доебусь до чувачка. С кайфом. Он весь переживает, кнопочки промахивается, когда видишь, что на тебя мудрое дерево нападает. И команда в этот момент играет без кунки, потому что мы спросим вот эту движуху в топе. Это крайне важно делать. Постоянно заниматься вот этой блединной работой, я ее называю. Вы постоянно фармите, пушите. Насчет вардов, ну, типа, в свободное время можете поставить, но в основном это не ваша задача. Ваш герой немножко не для этого сделан. Вообще немножко. Ебало тебя, дружище. Вот, с кайфом запушили линию, с кайфом закачали. Вот весь геймплей на этом герое. Пушнули, пофармили. Потом с метеорчиком еще башню буду бить. Мид еще под хилем с кайфом. Можно вот так вот сделать, чтобы линию еще пофармить. Вы на торренте должны так играть. Жадновато немножко, где-то там подкачиваться. Так играю в том числе и на интернешнале. Так еще пачку можно подпушить вот таким вот образом. Сейчас эту пачку еще первой накину. Куча нычек есть трентовских, которые нужно уметь знать. Так, ешечку взяли. Подхилю братика, может, поможет ему. Маловероятно, конечно, но попробуем.
Не знаю, герой просто сказка, как по мне. Очень удобный. Причем любой новичок понимает суть игры на нем. Постоянно фармишь линию, помогаешь хилом. Все, едет метеор, метеора можно пушить начать. Команда причем еще играется. Ну, типа, мы помогаем арморчикам. Армор в 3 очень сильный. Бам, переживет он с армором в 3. Тычку делай, еще тычку. Метеор на базу поехал, это ошибка от меня. Надо было прям сейчас его вести. Пачку крипов вот таким образом. Так долго, ты ёб вашу мать. Нормально, нормально, дружище. Пока вы этим занимаетесь, у вас хилится мид-башня, у вас пушится вражеская топ-башня. Не дает, гаденыш. Типа, мы постоянно это, мы за каждую башню впрягаемся. Ты забери в тройке. Да, метеор можно юзать, смотрите, вот на краешек, чтобы даже не доставать до агробашни. Вот. Кайфом башню забрали. Я еще просто. В этом смысле мне эта игра очень нравится. Мид-башню снова подхилим. Вот такой пассивный геймплей. Значит, ребят, для новичков я рекомендую пробовать покупать Аганим. Без, ну, типа, Бринг тоже хорош, но просто я хочу сказать про Аганим. Он очень помогает вам по игре, как сапу. Вы в один момент перестаете покупать варда благодаря Аганиму. Да, и метеор вы еще используете не только для фарма и от пуша линии, но и для ульт плюс метеор. Очень круто работает. Бам. Чекнем вражеский вард. Варда нет. Нажимаем Alt, смотрим ренжу, ставим хороший вард. Меня идут искать уже, мы с кайфом. Мы ведем... Одну пачку мы скипнем, на next пачку мы нажмем метеор. Постоянно форсим на себя героев, ставим хорошие варды благодаря скорости бега. То есть вот мы пробежали на скорости бега. И вот такой вот топсик ебанем себе с кайфом. Смотрим на мид. На нахуй. Знаете, у него жопа сейчас горит? Или Легира сейчас с кайфом. Помогает в миду. Я помог. Ну ты вообще красавчик. Пачку скипнули с кайфом. Я хочу их жестко убить. Видите, да, за мной уже бегут толпой. Вот, так и нужно играть, ребят. Вы делаете вот эту гадость постоянно. Вот, вы делаете эту гадость. Постоянно форсите врагов бегать за вами, искать вас. А вы в кустах ныкаетесь, вас хуй найдешь. Я убью и тэпусь. Какой шкоил шумный. Я не пойду на пачку, меня ждут на ней. Вы видите, меня ищут, бегают. Чего они там за тринтом бегают? Блин, трин. Неудобно, ты их стянул. Наоборот же. Блядь, какая блядина. Ладно, пойду в бот, короче, уже. Забьём. Попамлю. Понимаете, да, сколько много спейса вы создаете? Действие простое, но очень эффективное. Вот, сейчас на ТП-шку еще. Давай, давай, давай. Давай, я нападаю, пацаны. Так, напал, братишка наш. Гира, сейчас подхилим. Продолжаем делать эту движуху, гайз. Подхиливаем башни, подхиливаем команду, пушим линии. Ульта у вас, ну, типа, эффективная потом. Сейчас вы занимаетесь этой трентовской движухой. Вот, у вас команда просто больше по деньгам будет за счет ваших действий. Вы с кайфом, типа, помогаете. Подхилю братиков. Найс, найс, найс. Нажму метеорчик. Метеор должен быть не на квикасте. Метеор нажму чуть позже, чтобы пачку еще попасть. Не попал по пачке, бля, обидно. В принципе, не так страшно. С инвизом еще легче будет теперь от врагов бегать. Пачку снова подхиливаем. Может, брать не хил проебал, да, в итоге. Блин, Тимбер, ты там далеко был. Вам с кайфом. Тут Джаггер тем более появился. Это, блин, кто дихуй. Какой он шумный, господи Иисусе. Я играю. Через чем неудобно. Хорош, это хороший ответ. Без шуток, говорю, это очень хороший ответ. Играйте, чем по кайфу, ребят. С кайфом веника стянули. Как бы нам так сыграть красиво. Надо попасть метеором, тогда, может быть, убью его даже. Сейчас я его разверну. Вот, показываю, как выйти, если вы в сложной ситуации. Жмете лазу и бежите по лазе. Шардом вы будете невидимый. Вот. Такой момент в этом патче добавили. Можно так вот переложить. Здорово, бро. Я думал на гель его развести, но он не жмет.
прокастик. Вот он, ваш прокаст, как выглядит вкратце. Могу ли помочь? Не того хил дал. Зато виздом украл. Блин, ну, ребят, я понимаю, что, возможно, не так кайфово смотреть, как обычно на сапе, но в этом суть геймплея на хаймердернте. Ветренты так играют. Да, иногда они что-то сетапят, но если вы хотите побеждать, этот герой вот именно так и играется. Бесконечный сплит-пуш, бесконечный даёб врага, пуш метеором, крысоварды. Он тоже в самом начале сдох, чё, я ж не говорю. И типа, враг просто потеряется за него. Да, белка могла спокойно... Он шумный, невозможно. Она могла не кидать дарик, она могла сразу... Надо башню больше кидать. Бушпакс, да, насчет тала... Не, не могу, ребят, сори. Я не могу, этого невозможно. Всё, два ТП развели, найс. Есть в центре, все, бежит ставить. Ну что, мы сейчас так вот сделаем и съебем. Все, они поняли, что пора на меня внимание обращать. Ну, а мы, кстати, да, насчет таланта. Два лечения очень мало дает. Никому не советую брать этот талант. Он просто слабый. Поэтому не советую. Будьте умны, не берите этот талант. Так, я сейчас смотрю, либо Аганим, либо Блинк. И то, и другое очень хорошо смотрится. Но Аганим просто эффективнее на низком рейтинге. С ним легче играть. Вы очень много спейса будете создавать. Ты просто мидер профессиональный потом. Меня там ждут под вардами, я уверен. А мы не пойдем под эти варды. Пусть они больше ждут. Да, так школьники только говорят обычно. О, все, три героя стянули с кайфом. Посмотрим, что тут. Это интересно, серьезно. Ты, блядь, после работы пришел, чтобы сказать, что вот так вот и занимаемся игрой в дотку. На арках, блядь. Видите, пока этим занимаюсь, Кэрри умирает. Они жмут дасты, ставят центри, что-то пытаются найти меня. А мы сейчас next пачку еще это сделаем. Знаете, у них жопа сейчас горит, когда они за мной бегут. На них придут. Бам, в инвизе. У нас еще ульт есть. Вот так вот и побеждается дота, ребят. Так и побеждается дота, друзья. Стянули всю команду и с кайфом. Хорошую ультой выиграли. Поганимечек иду. Бам, с кайфом. Герой просто сказка. И пушить можете помогать. И хилите башни сами. Я не знаю, герой просто волшебный. У них там нет этой фермы. Есть, есть, можем убить. Вы еще очень круто убираете Торментера. Я должен был тут быть с дастами, но это не так важно. Важно сейчас метер по башне нажать, чтобы башня не мешала нам драться. Найс. Давайте сломаем. Че, ну подожди семечко, семечком убьем. Просто семечко вообще хил повышает, и типа союзник с кайфом бьет. Хотя, блядь, чё дэмэджка будто не хватает. Хилим братика нашего. С кайфом что, убили. Что за хуйня? Серьезно, терзатели убивали, пока меня кайф убивали? Да, мужик. Растерзали его. С кайфом. Бля, какой кайф играть на этом герое, я не знаю. Это просто волшебно. Еще гонимчик быстрый. Видите, да, вот, казалось бы, такие незаурядные действия. Просто бесконечно дефаешь башни. И у тебя при итоге ни одна башня не упала. У врага упали почти все внешние. Ты много фармишь, пушишь, делаешь много импакта. Что еще нужно от сапа пятерки? Ну, я думаю, этого достаточно для победы? Разве нет? Не нравится мне, конечно, герой Винвисленда уходит сам. Я могу ТП в БКБ ему сбить, ну, в крутилке. Я ТП даю. Можем бить его. Он не нажмет ТП, вот я не дам. Сбил, сбил, сбил ТП. Ультра делить нужно, парни. Ой, блядь, спилил. На. Вот такое вот мудрое дерево, ребят. Шардиком хорошо убивал. Это хороший вард, который показал врага, а вард поставил с инвиза, враг этого не видел. Просто куча геймченж моментов хороших. И да, ребят, скажу, вы скажете, да, ну ты типа читаешь их действия, ты просто давно уже играешь в Вову, в Дубов, говорю, в Доту. Ребят, да, это так и есть. Но вам же никто не мешает научиться играть так же.
потратьте время, если вам это интересно. Посмотрите игры, учитесь. Я посмотрел сегодня несколько реплеев. Представьте, что будет, если вы 1000 игр на торте сыграете. Насколько лучше, чем я, вы будете играть. Вот, с Аганимом вы можете ставить деревья. И с помощью этих деревьев видеть споты вражки, которые фармят. По сути, это варды. То есть вы варды, в принципе, можете уже, ну, реже покупать. Вот. И дальше я сделаю блинк обязательно. Блинком баланс на этом герое. Так, еще такой вардик. Бам, чтобы видеть иншеи вражеских, чтобы видеть их линии на отпуше. Чем подошел? Так вот еще сделаем. С кайфом заберем. Угу. Жми крутилку, друг. Приказываю. Башню миди подхилим с кайфом. Вот на макс РНЖ можно попадать. С кайфом подбиваем башню вражескую. И занимаемся вот такой грязюкой. Ой, кура моя. Я могу сбить ему ТП в БКБ. Надо бежать побыстрее, я успеваю. Нормально, нормально. Шар на тычку сделали, хорошую лазу кинули. Типа очень много импакта вносим. Просто, знаете, такой теневой воин. Втихаря что-то делаем, и это получается. У меня еще тычка шардовая есть. Лоза не самая лучшая. Вард мой нашли. Братику арморчика, плюс хила можно дать. В итоге у нас 18 левел на 27 топ в команде. И вы на низком рейтинге можете играть так же. Главное, помните, что ну, не обязательно АФК фармить. Вы должны поглядывать на карту где-то, где лучше подкачаться, где лучше занять позицию. И еще, если вы не фидите, у вас тоже хорошо будет получаться. Главное тоже найти вот эту грань. Это не так просто, но если научиться, будет круто. Бам заныкались, бам по съебам прошли. Бам пробежали, бам сделали. Ой, здравствуйте. Нет, вот это, проходом. С кайфом. Не, даже не смотрят на меня, на самом деле. Есть такое у меня ощущение. Так, забираем с кайфом руну. И герой удобный, не знаю. Просто само удовольствие играть на нем. Свою пачку подхилим. Я мог подбежать к команде, но у меня нет ульты. Не то чтобы я верю, что это суперэффективное действие. Поэтому мне кажется, эффективнее подпилить мид. Если брать КБ, нет, уже не дот. Next пачку еще скипну, чтобы они не запушили. Так, вот сейчас сделаем. Может, на леди тоже БКБ сделаешь? Да, все, я показался на линии, враг такие, типа, о, тренд, побежали на него. Ну, я уверен, на меня сейчас бегут уже. Мид башню подхилим, глиф нажмем. Я нажму ТП еще, помешаю им немножко. Ебать, меня обнаружили, кажется. Еще не факт. Но гармора башни даем, это решает. Так я походу реально сейчас башню задефну. Да, я башню задефл. Че лес рубишь, братан? Это friendly fire. А у меня из-за этого задание на них. Friendly fire, мужик, бля, не ебаш своих. Голос немного на бустера похож. Бустер? У тебя, да, как будто. Это который Twitch TV бустер, да? Да, да, да. Пиздец. Более обидной хуйни я еще не слышал. Это пиздец. Меня называли шиспом, шипсом, шлюхой. Но бустером это самое обидное из всего, что меня называли. Фильм братика нашего. Надо мид дальше хилить. Это важно помнить, что я могу сейчас с помощью эрки и глобал ульт нажимать. Нормально. Тебе не везет всегда. Я не успеваю подойти. На тебе, сука. А, он лотос нажал, у нас его иллюзия есть. Какой? Я похилить могу, если что. Шмана не хватает, надо лотос этот викторин делать с кайфом. С очень хороший айтем тут. Дамит хилить. Бам, кайф.
Под пушем. Ну, завис. Ебать, ультраклип. Ебать, ультраклип. Ой, блядь, что я слышу вообще? Ультраклип. Пошли за рампагой. Не идем за рампагой. Ультраклип у него, парни, клепаните. Подойди к лесным, похилю тебя. Найс. Ты блогер, наверное, да, какой-то на тренде. А что ты взял? Не знаю, просто голос. А что с ним не так, блядь? Ну, у тебя есть. А, нихуя себе. У тебя есть. Это приятно. Если действительно звучит, как будто у меня поставлен голос, это круто. И кайф. Так, кайф. Армор. Я думаю, армор вкусно выглядит. Давай, нам снял. Да блин, я не успел. Смотри. Меня уже нет. Бля, у меня форс нужен. Есть форс? Меня что-то? Хил? Блядь. Ааа! Да, да. Всего-то не надо было подходить. Парни, я мертв, аккуратней. Всего-то не надо было подходить, я дебил. Там джаггер вас караулит. У него линка. Аккуратней. У меня есть. Хорошие вот эти огонимные деревья. Отогнал чисто. Гоу, сверху, спустя. Меня ждите, знаю, парни, пожалуйста. Заберем, парни. Вас на одного меньше. Ёб твою мать. Все, ладно, джаггер без ульты. Вард туда? Он перебивает. Они, а, джаггер перебивает. Джаггер не перебивает Герыча. Они... Герыч сатаником амбам. О, ебать. О, у Дэ очень крутой перс, не знаю. Я очень долго лежу в таверне. Очень долго. Ну, Герыч молодец, хорошо играет. Отчасти это моя заслуга, я ему много дал. Да. Нормально расстрелял. А видишь, Гера всех убивает. Они файт не могут нормально, им надо в меньшинстве как-то нас сделать. Он заговаривается. Хорош. Сейчас Сашана заберем. Для Гера. Братиком. Нет, он не умрет, не умрет. А, да, Станик вот. О, Станик с кайфом сейчас лес пофармит. Прикольно, я пока лежал, у меня 3 дерева накопилось, сейчас с кайфом делаю деревья. Вообще деревья, ну типа, просто мапхак создают. Ты по всей карте видишь врагов, тебе очень легко играть становится. Как будто бы хочется метеор на экспачку нажать, вот так вот. Все, не получится походу. Хотя не получится, войнет. С кайфом. Можем джаггера ловить. Алибарда. Алибарда на него. Игорь Пун. Игорь? Какой Игорь? Или Пун? А, он все считает. Ебанутый. Я не нажал обратку, помогай. Норм, норм. Найс. О, рейд боеба. Бля, пукану ребомбиту. Надо просто поверх пойти, а тренд допушит вниз. Там чуть-чуть у башни осталось. Ну я сами мог бы, на самом деле. Хорошо, что ребята тоже понимают суть геймплея на моем герое. Трен, ты можешь на низ пойти? Да, да, сейчас в ворота зайду. Талант, на самом деле, вот, ну, на 20... на 10-м точно левый. На 15-м еще можно подумать, но как будто бы левый очень хорош, потому что замедление не так имбово смотрится. И последний на Living Armor броню, нормально. Мне кажется, очень эффективен. Нормально. Типа, слишком много брони дает. Это еще и на башню работает, что да, особенно это важно. Обязательно, да, делать. Бам. Здравствуйте. И как будто бы джаггер не даст мне попушиться. Ебись.
Так, мне нужно разобрать арканы. Бам-бам-бам, бим-бим-бом-бом. Ну, они без жагеров, как. Чактарин, с Актарином больше деревьев будет на карте. Дальше блин только. Там и лучше айтем, там, там. Вот она пятерочка натуральная. Да, геймплей не похож на пятерку, но так играется, что поделать. Просто очень Фигера приятный шана. Геймплей. Там сверху. Отпили. Интересная тема, я сейчас сделаю дэшку, и возможно в драке когда-нибудь могут задонаить с ультой. Здравствуйте. Блядь, меня видно, вы чего, парни, останься. Эй, чил, вы чего? Чил, парни, успокойтесь. Чил, парни, вы чего? Успокойтесь, парни, все нормально. Чил, парни, успокойтесь, все хорошо. Чил. Все нормально, парни, все хорошо. Курьера, спасибо за подношение, конечно. Бля, это такой охеренный геймплей, я готов всю жизнь играть на Тренте. Бля, это мой любимый герой новый. Все, они просто бегают за мной теперь, они очень злые. Надо мид похилить. Сюда шкура летела вроде, нет? Бери, Лего, бери. Найс. Умничка. Угу. Я немножко не могу двигаться. Две лозы, кстати, лежит, крест на крест. Православный крест навалили. Тяжело, долго не могу зайти из-за вардов. Все, найс. На тебе, сука. Лес он рубить будет. Ага. Так у тебя и получится это, ага. Берет кайф, конечно. Ну, Веник тоже кайф герой. Сука, хватит рубить лес. Надо в топ идти. Да, с кайфом топ покачаем. Так, что дальше делать в этом геймплее? Рефрешер только если. Две ульты, два хила, имба патча. Трэнк, ты поможешь забрать? Да. Все. Мы, по идее, вдвоем убиваем. Дэшку нажму, сейчас бам. С кайфом. Так, арканы нужны. Викторина, быстрее буду их нажимать. Чаще имел в виду. Бам-бам. Вот это бесконечный сплит-пуш, пиздец как побеждает игру. Чисто с кайфа просто чела зарутить решил. Хули он там ходит такой расслабленный. Пусть напряжение гоняет. Все с кайфом. На чили, на расслабоне сделали грязюку. Гадюку. Вот, что вы делаете на трете с блинком? Блинкуете сюда и начинаете устраивать гадости. Можно еще ТП сбивать врагу тут. Ща мы тут наставим им говна. Гирш, кстати, нормально там справляется пока. О, ура.
Ебало, представили игроков, когда их кураут помирает? Стоям баб. О, здрасте. Можно не бить меня? Найс. Убью его, нет? Не, мало дамаджа. Но все равно помогли немножко. Мне больно бьют глисты, я не знаю. Имбалансный скилл. Зря я на этого героя гайд снял, пизда. Играть невозможно становится. БТВ одну башню только потеряли еще. И то я не заметил как. Наверное, поэтому и потеряли, потому что не заметил как. Так, дальше хилится. Есть cooldown reduction? Не, это не cooldown reduction. Ну, в принципе, тоже неплохо. Длительность повышается, такое. Длительность Таниславов. Я какой кайф вот этот бесконечный пуш на тренте. Я такой блядью чувствую. Прикольная скорость так. Много лучше, чем была в начале. Врагов везде просто видно. Причем раньше, когда только гоним вышел, его как-то не рейтили особо. Не знаю почему, видимо дорого как будто. Но сейчас вообще в каждой игре его берут. Ну, гоним на тренд. Там бабочка на этом. Да похуй вообще. На джаггере. Окей. Такой еще глазик поставим хороший. Здесь, конечно, вниз уходят, пиздец мешает. Ой, еще помогу ультой ребятам, надо поглядывать. Я хил нажму, не веришь, поможет он. Арморчик, все такое, может получится. У нас всегда должно быть больше, из-за того, что я постоянно форшу на себя кого-либо. Но на башню метеор юзать не накрепил. Думаю, это было бы супер правильно. То есть редко овергров 100% лучше, потому что очень редко получается Львинкармор нажать в всех. Но Львинкармора можно нажимать в пачку крипов, и так пачка будет быстро пушиться, что тоже упрощает игру. Надо думать. В принципе, можно взять по области Львинкармор. Ультиму подхилить, фулпачку подхилить. Okay. Надо пачку чаще жать хил. Так пачка будет очень сильно линию пушить. Не ебало отсутствие детекшена. На пятерке рак играет. ОД. Парни? Пиздец. Жесть, я докопался до них. Да, бегу. Вот если у тебя был бы блик, мы давно бы выиграли бы. Он без блика играет? Нихуя себе. Ну ладно, нормально. В кого мне прыгать блинком? Да в любом случае, понимаешь, ты хоть кого-нибудь вырубал бы и все, и было бы проще. Мы зайти просто купить. Хорошо. Да рефрешер, рефрешер, только рефрешер. Думаю, это самый лучший выбор. Даже выбили бы Аегис, и с Аегис не залетал бы тоже. Вот видишь. Это не повод не покупать блинк, я думаю. У них вард стоит или что-то. Что у них вард стоит? Что им еще делать на карте? Вот вард в целом.
Мы их на базе зажимаем на таком тренде. Враг постоянно на очке. Пушку с кайфом сломали. Помогли братикам, может быть, смогут осилить. Нажали все кнопки, еще рефрешер летит. Давай рефрешер назад. Давай быстрее ко мне рефрешер. Лазу кину. Хил по области нажму. А, с кайфом, с кайфом. Квест, правда, проседает немножко. Делаем. Nice. Блин, очень много импакта, казалось бы, мелочь. Делаешь просто базовые обычные вещи максимально качественно, и это срабатывает. Мне это очень нравится. Куча мелочей складывается. Вот вовремя отпустил линию где-то, вовремя там шмотку переложил. Давайте мид сразу. Круто, стакнулись втроем под хил, даже не думая об этом. Ман мид. Так. Очень много импакта так контрента. Наверное, медитативный такой геймплей. Вы смотрите стороны, думаете, фармим. Гривый веник молодцы, они хорошо отыграли. Пинку сбили с кайфом. Не могу варт ударить. Так, кайф Котелло. Вот такая вот, ребят, получилась Котелло на тренте. Я сборочку сделаю, поэтому, если понравится, не забудьте поиграть по ней. В дотке она будет. Вот. Поэтому давайте, друзья. Спасибо за просмотр. Увидимся завтра в 19:00. Пишите в комментарии, кого бы вы еще хотели увидеть, кого записать. Я постараюсь это сделать. Если есть вопросы по такому геймплею, тоже пишите в комментарии, с радостью отвечу. Люблю конструктивную критику и особенно люблю похвалы в виде пальца вверх и в виде просто приятного комментария. Вам хорошего вечера, друзья, надеюсь, вам видос зашел. Играйте таким трендом, это очень интересно, бесконечно сплитишь, играешь в догонялки, в прятки, во все игры в одну секунду, кроме доты. В доту поиграете потом, когда трон упадет. Дэмэджа неплохо нанесли, но не прям много. Много нахилили по башням, это не пишут. Попушили башни. Но самое важное, что пока вот вы тут бегаете, за вами бегают, и враги много, типа, денег пропускают. И в один момент, видите, вот нетворсы. Типа, у вас большой нетворс, у врага маленький. Потому что за вами бегают, и тут важно не умирать. Ищите ошибки. Все, друзья, давайте лайки команде скинем. Молодцы, всем удачи, всем пока. Целую вас в пупок.